обратно. Молодцы. Давай. Давай. Давай, Михаил. Пошли, давай. А то племянница нам этого не простит. Это верно. Приехали на именины и сразу в лес. Хороши родственнички, верно? Знаешь, что я предлагаю? Ну? Пойдем лесом. Опять? Ага. Ой, Леша, милый, ну ты только представь себе, елочка. А под елочкой целый взвод крепких, молодых, на толстых ножках стоят тебе, Леша. Человеческая жадность не имеет предела. Мало тебе грибов. Мало. Но от меня хватит. Я по шоссе пойду, тут близко. А я лесом. Человеческая жадность не имеет предела. Ну посмотрим, кто скорее. Посмотрим. Собачка верная. Тогда Сашка. И не Сашка. А, пушка. Не пушка, а миномет. Отличная у вас маскировка, ребята. Только не надо было меня так близко подпускать. И не надо было называть свой пропуск. А то ведь я теперь его знаю. Ну и что ж такого, что вы знаете? Как? Все равно мы вас дальше не пропустим. Вы задержаны. Позвольте, на каком основании? Я посторонний, взрослый человек. Иду лесом, собираю грибы, соблюдаю нейтралитет. Товарищ капитан, давайте вашу корзину. Мы вам поможем ее донести. Здесь недалеко. Да куда донести-то? Штаб нашего отряда. Там вас, наверное, отпустят. Скорее всего. А вы с кем воюете-то? С северянами. С северянами? Ну вот что, ребят, вы себе воюете, а я пойду на дачу Кузнецовых лесом на именины. Интересно знать. Вы знаете Вась Кузнецова? Противника надо знать. Пойдемте, товарищ капитан. Ну, пойдем. Почему мой оперативный приказ был доставлен в 12.17, а не в 12, как я приказал? Я не знаю. Я бежал марафонским бегом. Подымите. Так. Значит, 17 минут ушло на то, чтобы перелезть через забор и грабить социалистическую собственность. Я не грабил. Они на земле валялись. Падалица. Сами от ветра попадали. Знаем мы этот ветер. Ты дерево тряс? Нет. Я на него сходу налетел. Вот синяк. Не оправдывайтесь. Вы знаете, что за это бывает во фронтовой обстановке? Знаю. Я больше не буду. Сколько груш вы уничтожили? Одну. Неправда. Подымите. Ну, две. Бобик Палкин, вы пойдете и положите эти две зимние груши под то совхозное дерево, на которое вы налетели. Есть пойти и положить эти две зимние груши под то совхозное дерево, на которое я налетел. А по дороге подумайте о своем поступке. Идите, выполняйте приказания. Есть. Боюсь, что съест по дороге. Поймали! Идут!
это кто? Он глухонемым притворяется. Всю дорогу молчал. Отвечай, ты кто? Это же Гаврик. Мы этого Гаврика во враге задержали. Военных карт, приказов, донесений при нем не было? Не было. Как стоите? Что вы жуете? Цыпленки! Компас, извините, солдата забрали. Будешь ты говорить или нет? Режь меня, жри меня, все равно не выдам военной тайны. Тоже мне артист. Можно мне немножко раньше сегодня домой идти, по личным делам, на рождение приглашать? Ну, это уж знаешь. В конце концов, я вообще могу не отпрашиваться. Подумаешь, какой командир, сегодня ты, а завтра я. Вам по-человечески говоришь. А вы все приказываете. Задержанного увести. Стой! Молчальник, передохнем. Мой неприкосновенный запас. А что, я голодный должен сидеть? Подумаешь, неприкосновенная булка. Эх, надоело мне воевать. Я бы сейчас, знаешь, где был? У Кузнецовых на именинах. А Вера Кузнецова, знаешь, как приглашала? Умоляла. А пироги у них какие? Ты должна. Я не могу. Я не могу. Она моя подруга. Ты должна это сделать ради нашего общего дела. Ну не могу же я ее обмануть. Она моя лучшая подруга. Я говорю с тобой вполне официально, как старший товарищ. Ты напиши от души, по-товарищески. Остальное наше дело. Пиши. Дорогой подруге Вере Кузнецовой. Не верти, Женька. Ну подожди же. Ну стой, Женька, ну что ты? Ну стой. Дай поправлю как следует. Стой, Женька. Смотри, только не порви. Это мое новое платье. Не беспокой. Подумаешь, не беспокой. Девчонка, рост невысокой, стрижен под девочку, которая стрижена под мальчика. Что скажет совет? Я остаюсь при особом мнении. Надо наступать, а не заниматься переодеванием мальчиков в девочек. Правильно, нужно настоящую послать, а не фальшивую. Что у нас, девочек мало? Во-первых, у меня и так санитаров не хватает. А потом они для разведки все равно не годятся. Те же там в поселке все в лицо знают. Убей меня! Я ни за что не надел бы юбку! Приказано обнаружить штаб противника, выяснить, где какие укрепления, огневые точки, проволочные заграждения, не погибнуть и вернуться обратно. И на минуту не забывать, что я теперь девочка. Как вести себя в тылу противника, подскажет обстановку. Только не лезь у всех на виду через забор, не кидай камней и говори только в женском роде. Например, я была, я пришла, я кушала. А то ляпнешь, я был, я пришел, я кушал, и все пропало. Я не собью. Иди, желаю удачи. Кто здесь начальник? Я.
подвезти, что ли? Подвезите, пожалуйста, товарищ водитель, до поселка Сок. А я думаю, вам до Сосновки. Садитесь. Подвезти, что ли? Извините, пожалуйста, кто эта девочка? Я его дочь, мы едем в Сосновку. Папочка, мы же спешим, нам нельзя останавливаться. Да-да, мы очень спешим. Если вам в Сосновку, лезьте в кузов. Нет, спасибо, нам в другую сторону. Проскочили. Вы не удивляйтесь. Мне так военная обстановка подсказала. Значит, брод ребята проходит здесь, да? Да, скотину гоняют. Так, а здесь? Здесь глубоко? С головкой. С головкой. Прекрасно, прекрасно. Значит так, оборонительная полоса северян проходит по крутому берегу реки. Так? А ваш по отлогому? Очень хорошо. А какова система обороны противника? У северян проволочные заграждения, пулеметы. Каналы, они здорово укрепились. Так, 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 так. Не везет нам с нашими консультантами. Чего? Одного в Ростов вызвали, другой гриппом заболел. А мы что-нибудь придумаем. Правда? Правда. Значит, вы за нас? За нас, за нас, за нас. Здорово! За нас. Готовила, и никто не пришел. И Миша пропал. Грибы все равно, что футбол. Они тоже имеют своих болельщиков. Татьяна, не будем ждать. Давай чай. Садись. Товарищ именинница, составь компанию, иди чай. Мне уже не хочется. Нашли время рождения справлять. Не твое рождение. Это мамино тело, когда мое рождение справлять. Я умываю руки. Если бы ты одел почаще, да еще бы с мылом, ты бы ничего не потерял. И вообще, не приставай ко мне. Все-таки девчонки останутся девчонки. А вы, мальчишки, не имеете права вмешиваться в мою личную жизнь. Много ты понимаешь. Война всегда вмешивается в личную жизнь. А на гостей сегодня рассчитывать нечего. Потому что никакой дурак из-за чая с пирогом не бросит воевать. Здравствуйте. Не с места. Пусти, не мне рукав. Я к Вере пришел. Ты к Вере? Да, я вышел из игры. Я сам демобилизовался. Ну что это за война? Винтовка деревянная, бинокль тебе не дают. Все время наряд, все время на посту. Все тебе приказывают. Никто тебя не ценит. Да ну и в болото, пусть как хотят. Куда ты меня тянешь? Куда надо? Пусти! Не трогай, вон мой гость! Я вышел из игры, я сам думал, и сдавался! Вера, Вася, что вы там спорите? Вася, веди гостя. Пополнение прибыло. Ну и дураки же мы с тобой. Попались. Сейчас бы как заорать во весь голос. Буду знать, как нас в этом застенке томить. Интересно знать, от чьей там удачи сидим. Выдумали тоже глаза завязывать. Чем эти северянцы? Эх, позор на нашу голову. Меня б на настоящем фронте никакой силы не взяли. Я бы живым все равно не сдался. А я бы сдался. Надо было одному палку, другому полосу. И плен. Не дадут повоевать по-настоящему. Одна фантазия. А у меня кончается эта фантазия.
Я хочу по-настоящему. Интересно знать, эта дача тоже народное имущество? Это? Не знаю. Наверное, народное. А что? А то бы отковырять две доски сбоку и сбежать. Они будут рвать и метать. Вот одного человека жандармы так в тюрьму засадили. Больше года вот так из своей камеры выкапывался. Выкопался? Определенно. Милиционер был. Большое спасибо. Я это уже в кино видела. Ну, раз ты Любина подруга, значит, ты и моя подруга. Жаль, что она сама не могла прийти. Целую неделю нос не показывает. Совсем меня забыла. И все это... Что? Ничего-ничего. Просто в последнее время я к ней не хожу. Почему? Это военная тайна. Я дала слово не вмешиваться и никому не рассказывать, что у нас на даче... Штаб фронта, где спрятана карта, где знамя. И вообще мы живем, как на пороховом погребе. Каждую минуту на нас могут напасть. Кто напасть? Почему? Южанин. Ты ничего не знаешь. Эти мальчишки перевернули всю нашу жизнь. Подожди, подожди, ты с ним познакомишься. Я терпеть не могу мальчишек. Конечно, среди них попадается и славный. Вот, например, Сережа. Какой Сережа? А вот он. Познакомьтесь, это Любина подруга Женя. Девочки, Сережа, идите же, чай остыл. Пойдемте, ребята. Это не девочка. Если ты хочешь изобразить из себя сумасшедшего, то это тебе все равно не удастся. Твой час пробил. Отсюда ты не убежишь и здесь ничего не выведаешь. Как у вас там? Готово? Готово. Можно ближе и огнеметы огонь! Thank you.
Лента поручила мне произвести обмен пленных. Мы согласны. За нашего Гаврика... Вы отдадите нам нашего Бусика. За одного нашего Гаврика мы отдадим вам двух Бусиков. А пока наш отряд поздравляет вашу сестру Веру с днем рождения. Не нуждаемся. А если у нее в гостях находится еще какая-нибудь девочка, то наш отряд и этой девочке передает особый пионерский привет. А почему я обязана воевать? Совсем я не обязана. Вот, например, Сережа, он ведь тоже не воюет, а его назначали самым главным командующим. Расскажите, пожалуйста, как это было? Вот я сегодня в город на машине поеду на 2 дня. Его просили, уговаривали, специальную форму шили, а он всегда отказался. Расскажите, пожалуйста, как это вас уговаривали? Это неинтересно. У меня что-то почему-то голова заболела. Поэтому-то вы, наверное, отказались от поста главнокомандующего. Со слабой головой трудно командовать. Я пойду возьму у мамы порошок от головной боли. Слушай ты, главнокомандующий, я нахожусь в военной разведке, иначе бы эти тряпки не надевал. Здесь тебе не драм-кружок, ясно? Ясно. Ты, маменькин сынок, бросил оружие бойца и пришел к противнику на именины. Ух! Тебя будут судить судом пионерской чести. Жень, ну спаси! Ладно, я помогу тебе смыть твой позор. Ты беги, что есть духу, к нашим. Вот это передай Мише. Если по дороге засыпешься, донесение съешь. А я не заболею? Ничего, ничего. Факиры гвозди глотали. Ну беги, остальные тебе подскажут обстановку, она всегда подсказывает. А где Сережа? Он ушел добровольцем на фронт. Что? Помогает настоящий капитан. Измена! Ждите меня ночью. Постараюсь добыть необходимые документы. Подпись Женькина и приписка. А Сережка неразборчиво. Дезер. Вы прорвались с важным донесением из тыла противника. За доставленные от нашего разведчика сведения объявляю благодарность. А сегодня днем вы самовольно покинули свой пост и ушли к противнику на именины. За самовольную отлучку пойдете под арест. Итак, это план мерности. Да. Штаб находится здесь, на этой даче. А секретные военные документы хранятся в водосточной трубе. Верно? Верно. Ну а если дождь пойдет? Не пойдет. Это никуда не годится. Шоссе вы наносите на карту, как проселочную дорогу, а вместо болота у вас мелкий лес получается. В такой карте малейшая неточность, и вы запутаетесь. Не запутаемся. Завтра мы их встретим организованным ураганным огнем. У нас вот тут пулеметы, тут пулеметы. Наша крепость неприступна! Да ну! Везде заграждение, а здесь водометы.
мое изобретение. Наша линия неприступна. Где же ты видел такие линии? Таких крепостей на свете нет. Вот линия Маннергейма тоже считалась неприступной. Однако мы доказали обратное. Откуда вы считаете противника? Отсюда? Нет. Нет, ребята, так воевать не годится. Дядя Миша! Вот вам подарочек. Спасибо. А это кто? Моя подруга, Женя. Вот оно что. Так. Понятно, понятно. Девочки все придут. Обязательно придут. Родительский состав спит. Наш форпост явится как один человек. Вот, смотрите, ребят. Два. Молодцы, девчата. Хорошо вышли. Эх, жалко только, что от него порохом не пахнет. Если бы оно было пробито пулей, оно было бы еще лучше. Оно будет развиваться на крепости северян. Пошли.
Ты что? Я лунатик. Лунатик? А ты какой, а? Ты какой лунатик? Ты северный или южный, а? Это военная тайна. Тайна? Ух ты! Эх, мне кажется, сегодня будет дождь. А, смотри, пикирующий бомбардировщик. А, да я, а? Действующая армия южан. Она была разведчицей. Кто она? Кто? Девчонка-то самая. Женька. Она спала у нас. Вот подлость. И все твои гости дурацкие. Подружки. Говорил, не надо именин делать. Конечно, вас поймешь. На медне один из ваших две груши назад принес. А другая, ну не, обратно за яблоками лезет. Черт тебе что понимаешь. На вот, бери. Я вам 20-й раз говорю, не нужны мне ваши яблоки. А ты, девка, не серчай. Тебе дают, ты бери и ешь. А чтобы самой брать, не-не, на это у тебя права нет. Понятно? У нас война, неужели непонятно? Ну, раз война, значит война. А ты, видать, девка-то боевая. А как звать-то, а? Зовут за уткой, а поминают уткой. Понятно? Ну, понятно, как не понятно. Ну, я ты черт что понимаешь. Товарищ командир, понтонный мост готов. Дать саперам горячего чаю. Ну как же воевать в такую погоду? Можно ведь простудиться. Два дня не простуживаются. Кончается мой неприкосновенный запас. И все из-за моего слабого характера. Из-за каких-то двух гнилых груш. Сиди здесь теперь на гауптвахте. Не везет и мне на этой войне. Другие люди отличаются, а я все виноватый. Я на всю жизнь потерял дружбу с одной девочкой, с одним человеком. На. Я доставил такое важное донесение, а меня зовут сюда. Несознательный ты человек, Климов, хотя отец у тебя научный работник. Они ждут нас бродом. Они думают, что здесь мальчики, но они просчитаются. Наш разведчик, наверное, захвачен. Thank you.
У них тут пулеметы, водометы, танки. Но главная сила северян спрятаны в кривой балке. Мы уже отступаем? Нет, просто так нужно. А зачем? Они не ожидают этого удара. Они нас ждут совсем с другой стороны. А почему? Почему, почему? Дай я тебе помогу. Уйди! Я сам его сделал, я сам его и дотащу. Времени мы терять не будем. Пора начинать. Есть. Ребята! Вперед! За мной! Ура! Генерал-то! Сейчас они покажут! Эх, ничего не видно! Ну что-то видно! Теперь ничего не видно! Арестованные! Слезай с дерева! Мы будем четвертой рота! Вперед! За мной! Ура! Нашу крепость. Деремся, как львы. Олег. Ну вот, я говорил, нигде не пройдут.
не застряли! Танк выведен из строя! Лопнула камера! Нас окружают! Пусть окружают! Все равно мы не вылезем! Не стучите! Мы не сдадимся! Куда идти перевязываться? Мы ранены! Я сам убитый! Thank you.
разведка. Давай, давай, поспеть надо.